Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в зомби Road Trip. И мы, что самое интересное, открыли все-таки турки. Я хотел ее открыть, я ее открыл. Давайте попробуем на ней покатаемся. Вот такая у нас есть индюшатина, которая едет на колесиках. Сейчас посмотрим, как она быстро едет или нет. Вроде бы нормально. Есть. Лотерейный билетик мы заработали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Турки, моя курочка, смотри, не разбейся. Вот, едем. Жаркое, такая вот машинка, странная машинка, ребята. Все. Сейчас будем ехать на ней. Лазер можно, в принципе, убрать, поставить. Там, кстати, можно вместо лазера поставить пластинку с музыкой. То сейчас музыки нету, можно музыку поставить. О, давай я тут попробую. Надо лотереечка убежала от нас, ё-моё. Ну, лазер у меня особо что помогает. Лазер мало что дает какой-то эффект. О, давай, прямо на зомбака приземлились. Хорошо. Хорошо. А чё у нас этот, курочка наша замазалась в какой-то зеленый цвет? О, едем. Good Landis. Что такое Good Landis? Perfect Landis. Что такое Perfect Landis? Я типа за убийство еще получаю деньги. Ой, деньги, говорю, эти самые. Монеты. Не монеты, а это, продвижение. Не, нифига. Handshot. Есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо. Главное, сейчас нигде не шлепнуться. О, нормально, нормально. Так, вот этот зомбарь вонючий. Что я на него не прыгнул-то? Как бы я его щелкнул бы. Так, давай, курочка. Опа, есть. Зомбарика мы щелкнули. Так, тут куча зомбарей. Давай этот, крутиться. О, и аккуратненько встаем на ножки. Едем. Ой, хорошо. Так, где у нас там уже база? Ребята, где база новая? Давай, крутанемся. О, четвертая база. 4 монетки за убийство. Давай. Будем зомбарей убивать. Вот эта машина интересная у нас, ребята. Открыли мы курочку. Турки. О, есть лотерейный билетик. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. А в принципе, смотри. Курица неплохая. Неплохая. Прокачанная у нас. Мне она нравится. Быстро едет. Достаточно мы хорошо на ней заработали. Да, она стоила 2000. Но мы уже отбили на ней 300. 350, считай, уже отбили. Так, зомбари, вонючки, а. Ой-ой-ой, тереть и бегут. Ребята. Зомбарики сзади. Сейчас мы стреляем. Ой-о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 й. Не-не-не, пожалуйста. А, все. Ах, сожрали меня. 423. 523 заработали. Хорошо, 580. И у нас 3 лотерейные билетика. Давайте крутанем. Посмотрим, что нам выпадет. Соточка. Дальше. А, десятка, вонючая десятка. Это очень мало. Я хочу больше. Я хочу, чтобы выпала 500-ка. Так, 25. Ну что ж, тоже неплохо. 715 монет у нас. Пока купить ничего не можем. Так, оружие. Стоит 2000 следующее. Карс. Автомобиль. А, подожди, нет, гаджет. Давайте вот этот гаджет мы уберем. Оставим. Это давай тоже уберем и поставим. Пусть у нас один будет. Посмотрим. Может быть, сейчас какой-то эффект будет, нет? Нифига. Никакого эффекта у нас это... Этот гаджет не дает. Я так и не понимаю, для чего этот гаджет был нужен. Почему я столько много на него потратил денег. Все, курочка у нас замазалась. Ладно. А мы сегодня целый день курочкой будем играть, что ли? Нет, сейчас я возьму какую-нибудь другую машинку. Сейчас я... взорвались. Сейчас я возьму другую машинку. Если меня сейчас съедят они... Они, скорее всего, меня съедят. А, нет, нифига, не съели. Не съели, мне помогла вот эта вот база.
Ладно, будем с туркой сегодня гонять. О, лотерейный билетик. О, вонючий лотерейный билетик. Взорвись нафиг, есть. Один лотерейный билетик мы взяли. Идем дальше, ускоряемся. Сейчас здесь попробую сделать такую крутилочку двойную. А, двойная не получилась, ладно. Не получилось, да не получилось. Так, вы мне не надо съедать. Все, у меня ускорение спасло. О, давай, давай, давай. Ускорение мне спасло и база. Прикинь. Опа, отлично, 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 отлично. Ой, хорошо, как смотри. Сейчас мы шкалу ускорения увеличим. Опа, нифига, перфект написано. Еще и лотерейный билет я как-то умудрился заполучить. Итого 779 монет у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, хорошо, встали на ножки. Смотри, видишь, оно еще подписывает. Перфект. О, перфект, отлично. Так, нам вот эти вот зомбари уже мешают. Ну хорошо, что здесь такое есть ускорение, которое нам помогает, ребята, продвигаться. Давай, раз, два, три, четыре. О, вот, хорошо как, смотри. Все, мы от них сейчас убежим, наверное. Может, нет? Да, база нам помогает. Так, все равно у нас восклицательный знак у нас в левом углу показывает, как далеко толпа зомби. Если мы с вами, ребятушки, от них убегаем, то восклицательный знак маленький становится. А если не можем убежать, они где-то рядышком, восклицательный знак становится огромным таким. О, видишь? Ё-моё, да, сожрали. 246 монет. Давайте спиннер крутанём, у нас 4 лотерейных билетика. А лотерейные билетики не стоят 100 монет, кстати. Это очень много. Но покупать их не будем. Типа, может выиграть 500-ку. А, чуть-чуть до 500-ки не хватило. Кстати, вот я вот кручу. Давайте проверим. Я сейчас немножечко крутану его. А нет, нифига, оно крутится с определенной силой. Здесь ты ничего не можешь сделать. Так, ну хоть платишочек мы заработали. А, Карс. Посмотрим, что можно тут с Карсом выбрать. Типа улучшить машинку? Давай улучшим. Посмотрим. И на ней покатаемся. Все, мы ее, кстати, выбрали. Ух ты, а так ничего, машинка. Подожди, гаджет, мы сейчас возьмем вот эти ретро мьюзик. Поехали с ретро мьюзиком. Да, прокачали мы тачку желтенькую. Ничего так она мощненькая. Вроде бы как. Есть один лотерейный билетик. Опа. Так, хорошо встали. О, отлично. Еще, я хочу еще несколько раз. О, нормально. Есть, 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 есть. Ускорение у нас. Опа, блин. Отлетела башка у зомбака. Ладно, ну а мы уже на второй зоне. На второй зоне. Представляешь. Считай, я косарь только что потратил. На улучшение машинки, да? Нормально вообще? Ну ладно, улучшать машинки тоже надо. Будем с вами играть, я думаю, в течение месяца, может быть, мы ее полностью пройдем, ребята. В течение месяца. Если я буду в нее каждый день играть, то в течение месяца мы, может быть, откроем. Откроем, ребятушки. Много денег и много машинок заработаем. Опа! Хорошо, едем. Я, наверное, включу эти серии игр. Буду коротенькие игры снимать. Чисто специально у меня есть плейлист с играми. Ну, плейлист с роликами, где у меня в ролике несколько игр я записываю. Ну, там 4, 5 или 6 или 10 роликов игр всяких различных я осматриваю, ребятушки. Там я буду играть. И тогда... кстати, ну, тоже реально, в принципе, можно много машинок открыть будет в течение месяца. О, как мы летим, классно. Блин, чуть-чуть не хватило, я бы вот этого зомбаря еще щелкнул. Опа, хорошо. Ну, смотри, мы прокачали машинку, она достаточно далеко проезжает.
Жалко, что нам монеты не дают за пройденное расстояние. Только за того, что мы этих зомбариков щелкаем. Так, ну здесь в конце, видишь, интересно их зарабатывать монетки. Ну и зомбарей там много. Много, ребята. Да, мы можем много заработать от убийства. Но минус в том, что они нас тормозят, зомбаки. Зомбаки-то нас тормозят конкретно. И мы умираем. Часто. Вроде бы дойти-то тяжело до этого уровня. Ну а в этом уровне... Ну, сложный уровень. Очень много зомбарей, которые нам реально мешают. Ой-ой-ой, видишь, он что творится-то? О, все, видишь? Даже ускорение не помогло. Они просто на меня напали и сожрали. Так, соточку еще я заработал, хорошо. Так, 4 у нас спиннера. Давайте 4 спиннера проиграем. Посмотрим. Десятка, мало. Давай еще раз. Бывает, что 500-ка выходит. Ну, редко, но бывает. О, полтишок, хорошо. Еще. Давай. Соточка. Десятка. Мало, очень мало. И давайте еще раз. 500-ка, пожалуйста. Да, ребята. 500-ка открылась. Хорошо. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо, ребятушки, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока.